Всем привет, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Я хочу кое-что вам показать, свою вторую орхидею Феррара. Это уже третья, вот это перед вашими глазами. У меня есть еще вторая. Сейчас я вам покажу, что от нее осталось. Это оказалась очень вредная орхидея. Давайте я сначала расскажу вам про свою первую Феррару, которая была у меня уже лет 6 тому назад или 7. Она была вообще непривередливая. Я тогда еще особо не разбиралась в орхидеях, но она у меня очень хорошо цвела. У нее был полный горшок корней. Наверное, когда мы не лезем к орхидеям, они и растут хорошо. Когда не ковыряемся в горшках, сейчас я это уже усвоила, этот урок. И, наверное, она у меня уже была пересаженная, тоже нарастила полный горшок корней. Я решила ее пересадить. Не нашлось ни одного горшка нормального. У меня был большой горшок. Но я решила омолодить. Она, наверное, туда не особо влезала. А, вспомнила, влезала. Я решила полностью, насмотрелась видео, что надо распутать корневой ком. Распутала его. Тем самым, наверное, орхидея была в шоке. Был очень большой ком корневой. Потом я вообще не могла его засунуть в горшок. И я решила омолодить орхидею. Разрезала ее аж на три части. Верхнюю часть еще и посадила в большой горшок с расчетом, что раз у нее такие большие корни, так их много, значит, ей нужен большой горшок. А это ведь очень большое заблуждение у новичков. Орхидею надо сажать в подходящий по размеру корней горшок. Не нужно сажать орхидеи в большие горшки. Там она вообще не будет просыхать. А те, которые... Я думала, будут детки. Я тоже особо не разбиралась и не вытерпела, и выкинула. Или там уже пропали корни, я даже не помню. Ну, короче, поиздевалась над бедной орхидеей. Вторая орхидейка, которую я купила год назад, чуть больше уже года, она была с хорошими корнями, с хорошими листьями, но после покупки она стрессанула и сбросила все корни. Я чего только с ней не делала. Сначала я ее вообще не трогала из горшочка. Думала, она там нарастет. Вообще никаких движений. Потом я ее вытащила из горшочка, посадила на наращивание корней. Там она тоже вообще не собиралась. Потом я ее опять вытащила, посадила в кору и немножко сверху мха. В общем, вот что от нее осталось. Я ее замочила в Максиме. Совершенно никаких признаков жизни. Но она даже цвела у меня. А корни немножко цвела на 4 цветочка. А корни совсем не хотела растить. Так что я уже на нее особо не рассчитываю. Конечно, я еще буду предпринимать меры. А, кстати, я вспомнила свою первую орхидейку Феррара. Я все-таки привела в чувство. Я ее даже продала. У нее корни нарастились. Но у меня уже терпения не хватало. Сколько можно ждать? Это как деточку ждать, когда она вырастет и начнет цвести. Да, так что не так все плохо. Вот вторая что-то совсем не хочет наращивать корни. Это оказалось очень вредно. Так что с первой у меня более-менее. Не совсем я ее потеряла. Вспомнила, да. А это уже третья Феррара. Недавно ее купила. Еще даже магазинное цветение не срезала. Красоточка.
В общем, сейчас я буду вытаскивать эту Феррару, просыхать из Максима. Я взяла такой стаканчик. Сейчас я на дно положу побольше салфеточек. И надо вытаскивать феррарочку. Как у нас весело на улице. Чуть позже я ей протру все пазухи. Видите, один тяж остался. Я ее опять омолодила. А то у нее там черные коротенькие корешочки были. Я и совсем их срезала. Здесь, конечно, есть зачатки черные, маленькие такие точечки. Что-то она их никак не разбудит. Так, и кладем просыхать. Дальнейшие действия я вам покажу, что буду делать с Феррарой, когда она просохнет. Для начала я хочу протереть все пазухи салфеточкой, промокнуть после такого купания в Максиме. Даже можно так на время оставить, чтобы вся влага впиталась. Это я в точку роста положила салфеточку, а потом также положу во все пазухи. Я даже ее листьями в воду ставила, она у меня очень долго стояла, но так и не решила наращивать корни. Какая-то тугодумка оказалась, ничего ей не нравится. За все время ни одного корешочка не нарастила. Уже год с лишним после покупки прошел. Но я, как видите, выбросить не могу. Я борюсь до последнего. Пытаюсь спасти орхидейку. Вот в пазухе сколько влаги оказалось. Так, теперь с другой стороны. Пусть пропитывается. Вот сколько влаги с другой стороны пазухи. И оставляю орхидейку отдыхать и просушиваться до завтрашнего дня. Всем привет, друзья! С того видео уже прошло 1,5 месяца. Сейчас я монтирую видео и решила доснять вам кусочек. Вот что осталось от той орхидейки, которую я пыталась спасти. У нее уже нижний листик отпадает. Остался один листик, от которого, мне кажется, уже толку нет. Даже корешочек как будто пытается расти. Но я все равно не выкидываю. Она у меня стоит в водичке. Сейчас я ей долью. Так жалко. Решила корешочек перед смертью выпустить. А вдруг произойдет чудо, и она выпустит еще и листочек. Шейка-то на месте. Я даже боюсь, тут. Ну, тот сухой листик, сейчас я его легко отломлю. Он там уже даже отломился. Это корешочек. Бывают же чудеса. Ну, дай бог, если выкарабкается все-таки. Такие вот дела. Ну, все, дорогие друзья.
Буду следить за этой орхидейкой дальше. Я ее, кстати, опрыскиваю, как и все остальные орхидеи. И с янтарной кислотой, и с перекисью. Возможно, и у нее хватит сил выжить. Ну все, дорогие друзья, буду с вами прощаться. До скорой встречи. До новых видео. Пока-пока, мои дорогие.